Брат, зачем привезли меня, а? Я к этому отношения не имею. Я просто ехал к жене, сел случайно и все. Почему не понимаешь, брат? Я просто катался в ненужном месте, вот и все. Другой вины нет. Интересно, где Салиха? Кто угнал полицейскую машину, а? Я не понимаю. Ладно, сообщи новости, хорошо? Салих? Ладно, увидимся. Туфан, ты что делаешь среди них, а? Так получилось, прошу, вытащи меня, а? Туфан, у меня так полно проблем. Ты уж извини. У меня машину угнали. Давай показания, все. Мы поймали того, кто угнал машину. Джимиль? Ты угнал мою машину? Какое воровство, прошу тебя. Просто было срочное дело, и в панике я пытался успеть, и поэтому забрал машину. Джимиль, ты ввязался в криминальное дело. Криминальное? Стыдно, я ведь твой старый друг. Оба в камеру. Пусть прокурор решает вашу судьбу. Все. Погоди, Салих, погоди. Поговори с ним. Скажи, что уже все забыл и так далее. Скажи, что у меня было дело, прошу, поговори с ним. И про меня не забудь. Старый полицейский, видите ли, старый. Миллион раз об этом говорил. Я пытаюсь спасти нас. Нужно было хоть что-то довести до конца, а не половину. В чем дело? Родился ребенок? Ты что, стал воровать? Зачем ты угоняешь машину? Я хотел догнать тебя, господи боже мой. Ты все еще болтаешь? Брат, зихни. Давай, Туфан, давай, заходи. Салих, ну поговори с ним, поговори, а? Проходим, все проходим. Брат, зихни, ты что здесь делаешь? И не спрашивай. У меня брат вор, а сын простофиля. Попался на их удочку. А что вы здесь делаете? Ну, то есть, тогда пусть будет в прошлом. А Филиз знает об этом? Нет. Нужно сообщить ей, пусть вытащит его. Ты здесь из-за Фикри, это невозможно ведь. Ты не выйдешь отсюда без адвоката. Я не сообщил, потому что беременная ведь, чтобы не расстраивать ее. Давай позвоним Барышу. Точно, Барышу? Хорошо, позвоним ему. Займется нами. Постой. Барыш, это наш зять. Салих! Салих! Ну чего тебе, Джимиль, чего? Иди-ка сюда. На пару минут. Брат, подойди же, подойди. Это очень важно. Барыш, это я, Джимиль. Говори. Ну что, ты в Стамбуле или вернулся обратно? Вернулся. То есть, я должен был уезжать, но... А потом был вынужден вернуться и прочее, и так далее. Потом все объясню. Я у Туфана, ты не знаешь, где он? Это, знаем мы оба в КПЗ сейчас, брат. И мы не одни, Зихни тоже здесь. Что вы сделали опять, а? Постой, постой, Барыш. Мы не будем все объяснять, хорошо? Мы тут, приедь и, пожалуйста, забери нас. Хорошо. Хорошо, я еду. Кладу трубку, давайте. Чего ты тянешь, а? 2 часа все это объясняешь. Он приедет и все. Хорошо. Ну давайте, давайте в камеру. В КПЗ? Давайте, давайте. Ни грамма ума, ни грамма. Когда же я буду спокойно дышать? Кирас? Фико? В чем дело? Почему вы плачете? Сестра! Почему? В чем дело? Оказывается, папа нас не любит. Он использовал нас, вот и все. Ты была права. Мы не имеем права на счастье. Почему этого не имеете, друзья мои? Конечно, имеете. Почему плачете? Почему? Объясните мне, в чем дело. Давайте решим данную проблему, прошу вас. Мы не сможем решить. Мы позорились на всю школу, сестра. Почему? Папа собрал деньги и сбежал, сестра. А нас выставили воришками. Как это? Он получит у меня, а вы успокойтесь. Его зовут Шевкет, сестра. Он такой противный, как и его ребенок. Я не воришка. Любимый мой, конечно же, ты не воришка. Мой родной. Никто из вас не воришка. Успокойтесь. Не плачьте больше. Стойте прямо. Вы ничего не сделали. Пошли, мы все уладим. Давайте.
Мы будем жаловаться, хорошо, друзья? Мы не хотим таких людей в нашей школе, ведь так? Пусть их выгонит, пусть. Секунду. Кто вы такой, а? Что вы хотите от них? А вы кто такая? Их нельзя ничем оправдать. Послушайте, я не знаю, кто вы и что вы. Но не позволю вам их унижать, понятно? Она такая же, одна из них. Кто вы такой, а? Какая невоспитанность? Госпожа Фелис, вы пришли? Прошу, проходите. У нас серьезные проблемы. Да-да, серьезные проблемы, прошу вас. Жди, сынок. И вы проходите. Жди меня здесь. Ты посмотри, что было, Фико. Только дети в школе остались необманутыми. Он это сумел, браво ему. И не говори, сынок. Я так и думал, что он замышляет что-то. Так и думал. Но не мог поймать его ловушку. Я люблю своих детей. Но чтобы все было враньем... Ну, как говорится, ты умрешь, а характер останется. Ведь так? А почему? Характер находится под жизнью. Ладно, дядя Зихни, не обвиняй себя так сильно, хорошо? Это же Фикри, он странный тип. Мы все его знаем ведь. Хоть будешь сильный, как скала, все равно упадешь. Забей. Он позорник, и все. Да, конечно же, он прав. Ты ведь знаешь его. Он прав. Не загоняйся, не расстраивайся. А что мне остается? Я скажу кое-что. Где дети? Скорее всего, расстроены. Где они? Они в школе остались. Я просил позвонить брату, но... Скорее всего, оттуда забились в какой-нибудь угол. Я пойду найду их, хорошо? И снова вернусь, ладно? Хорошо, мы в порядке, иди. Давайте. Ваши косяки не в первый, а во второй раз. Я хочу, чтобы вас исключили. Как такое может быть? Они не виноваты. Не можете их наказать ведь? Они просто волки, вот и все. Как вы разговариваете, а? Господин Шевкет, спокойнее, они же дети. Они заслужили это. Мы не зря говорим такое. Я будто не знаю, что они натворили, ведь так? Драки, продажи кремов и так далее. Потом все болели после этого. Что еще считать? Моя дочь была из-за них в больнице. Они тоже болели ведь. Они не знали, они же дети. У моего сына был синяк под глазом. Фико, если меня выгонят из школы, вы получите, понятно? Я тебя убью. Не прячься, иди-ка ко мне. Ради Аллаха, помолчи. Прошу тебя, помолчи. Нас не выгонят из школы, сестра не позволит. Воры будут в школе? Вором называют меня. Я разорву тебя, понятно? Я убью тебя. Мы не воры. Исмо, мы не воры, хорошо? Мы не воры, успокойся, договорились? Они плохие дети, врут и все. Ты не верим, хорошо? Фико, не возись с ним. Пойдем. Пойдем, пойдем. Вы уйдете, жалкие вы. Я убью тебя. Разорву тебя. Так, в чем дело? В чем дело? Что с вами? Нас называют ворами, брат Бариш. Как? Еще вчера он боялся меня, а теперь издевается надо мной, брат Бариш. Нас выгонят из школы, и Смой за этого плачет. Успокойтесь, не нужно плакать, хорошо? Успокойтесь. Вы меняли болы, не плачьте, хорошо? Вытирайте слезы, все. Давайте. Вот так вот. Нас не выгонят, понятно? Таких людей нет. Есть я и ваша сестра. Вы не одни. Брат Бариш. Сестра в кабинете. Все на нее набросились. Оставь, брат Бариш. Ты с нами. Я ухожу. Постой, постой, ты куда это? Послушайте меня. Вы не уйдете, понятно? Мы не хотим уходить. Мы хотим учиться. Тогда не уйдете, понятно? Вы не уйдете. Пойдемте. Вы посмотрите, а какие люди. Научитесь говорить сперва. Вы тоже говорите неприлично, успокойтесь. Я знаю, с кем и как болтать. Я не позволю их обижать, понятно? Вы не подходите для этой школы, вот и все. Аллах, Аллах. Я так не думаю, господин. Мы простая семья, которая хочет образование для детей, вот и все, как и вы. Нет, вы воры. Мы не воры. Минутку. Вы сейчас оскорбляете меня и мою жену? Мы об этом не думаем, потому что вы рассержены, вот и все. Ваше имя? Шевкет. Господин Шевкет, я Саваш Актан. Я врач. Муж Фелис и опекун детей.
Господин Саваш, мы пытались все объяснить. Здравствуйте. Мы готовы компенсировать ущерб, причиненный нашим отцом. Давайте не будем говорить перед детьми, хорошо? Не будем их расстраивать. Дело не в этом, господин. Я знаю, дело не в этом. Конечно же, дело не в этом. Дело в том, чтобы дети получили образование, ведь так? Чтобы были полезными для общества. А не выгонять их из школы. Я не прав? Да, вы правы. Но так мы дело не решим. Госпожа Фелис, господин Саваш, выходите, хорошо? Мы поговорим и обсудим все, ладно? Конечно, конечно. Мы будем ждать снаружи. Мой брат Барыш просто лев. Он замолчал из-за тебя. Ты молодец. И пусть нас больше не обзывают. Не смогут больше обзывать. Брат Барыш, почему так говоришь? Ты же врач. Он застыл. Ты видел это? Нужно было видеть это. Ты просто сделал его, и все. Хорошо, пойдем купим воды. Стойте здесь. Давай, Барыш. Стойте здесь. И ни с кем не болтайте, хорошо? Хорошо. Что вы сделали? Ты бы видела это. Ладно, спасибо за все, что сделал, но не стоило. Мы бы сами все решили. Не стоило это все делать. Не нужно так себя вести. Ты что несешь, а? Я не обязан, понятно? Я здесь по своей воле. Ты меня выгнала, но... Я же часть семьи, не переживай. Ты вчера был не против не быть частью семьи. Я не против. Я вчера был не против. Зачем я пришел, знаешь? Потому что вы моя семья. Я люблю их как свою семью. И не ищу места, куда бы убежать. Прости. Это не я говорила, а говорил ты. Ты еще разгневан, это непонятно. Фелис, в чем проблема? Скажи мне. Скажи, и все решим. Так не пойдет. Говори проблему, говори. Рассказывай. Успокойся. В чем дело? Успокойся, в чем дело? Фиконь виноват. Миджат виноват. Он начал. Кирас права, сестра Фелис. Он с утра возится, чтобы драка была. Ты защищаешь его? Я убью тебя. Сам ты такой. Хорошо, Фико, все. Минутку. Как вы разговариваете? Вы же друзья. Нужно было поддерживать его. Я не буду поддерживать его. И папа покажет вам. Я твоего отца. Так, молчи, все. Иди сюда. Иди ко мне. Нормально поговорите, хорошо? Решите проблему, рассказывай. В чем проблема? Брат Барыш. Ты хорошо придумал, дядя. Здесь никто их не найдет. Я уже усвоил урок. Держать деньги при себе? Нет, это не про меня. Либо украдут, либо сожгут. Либо пожертвование сделаю. Пусть будут деньги здесь. Закопаем их. Потом будем приходить и брать, когда будут заканчиваться, и все. Конечно, да, вместе. Вот теперь закапывай. Стой, стой, дядя, стой. Нужно было взять. Вечером будет вечеринка. Хорошая идея. Столько хватит? Зачем нам, а? Довольно? Давай закапывай. Чтобы не было холодно им. Вот так вот, вот так. Хорошо получилось, хорошо. Племянник, иди-ка сюда. Дай мне, он тяжелый. Племянник, неси, неси, давай. Ну вот и все. Теперь никто их не заберет. Именно. Мы нужны друг другу, ведь так, чтобы забрать деньги. Вот так вот потяни, хорошо. Пусть будут здесь, пусть спят. Ну все, хорошо. Хорошо, давай, мы сделали данное дело. Отныне дружите, вы же друзья. Мы не говорили ничего плохого друзьям. И вы не говорите. Я люблю Кирас. Спасибо тебе.
Что вы защищаете, а? Я на вас заявлю. Я буду собирать подписи против вас, чтобы их выгнали. В чем дело? Послушайте, мы на вашей стороне. На стороне детей. К тому же Кирас и Гизем хорошие подруги. Мы не хотим, чтобы их выгнали. Но некоторых не уговорили, к сожалению. Давайте сделаем так. Я хорошо понимаю вас, вы переживаете. Главные дети, я понимаю вас. Но если позволите, мы докажем вам, что мы хорошая семья. Как это будет? А вот так вот. У Фелис есть милый ресторанчик. Завтра будьте нашими гостями. Приготовим блюдо, хорошо? Побеседуем. Ильды растает между нами, что скажете? Да, было бы хорошо. Чтобы мы друг друга хорошо узнали и так далее. Мы не такие, как наш папа, будьте уверены. Хорошее предложение, по-моему. К тому же вопрос в образовании детей, ведь так? Не нужно спешить их выгонять. Чтобы доказать, что вы хорошие люди, я приду. Будем ждать. Я отправлю вам в беседе адрес. И ждем ваших детей тоже. Нужно было выгнать его, папа. Выгоню. У них будут проблемы, обещаю тебе. Насмехаться не позволю. Пойдем. Ребята, будьте в машине. Мы подойдем, хорошо? Давайте. Хорошо. Давайте. Дело в образовании, да? А ты до сих пор обижаешься, ведь так? Я не обижаюсь. Так не делаешь, ведь так? Посмотри на себя. Мы разведемся, и детям скажем об этом. Ты хочешь их расстроить? Мы хорошая семья, приготовим еду и так далее. Сейчас мы не можем. Решим проблему с едой, а потом? Потом поговорим с детьми. Сегодня ты будешь дома. Фелис, ты что делаешь, а? Приди в себя. Почему живем раздельно, а? Ты что, с ума сошла? Я не понимаю тебя. Брат Туфан тоже не понимает. Это ваше сходство. Фелис! Не отвечает, не отвечает. И Джемиль тоже не отвечает. Ладно, наверное. Фелис выгнала мужа? Я думаю об этом. Не знаю, поговорили они или нет. Проблема не решилась, есть же папа. Это серьезно. Говорю тебе, все серьезно. Она выгнала его. Думаешь? Так и есть. Не говори так. Барыш, в чем дело? Решили проблему? Брат Барыш все решил. Вы помирились? Что? А что? Они что, в ссоре? Нет-нет, проблема решена. Все в прошлом. Слава Аллаху. Мы позвали в ресторан родителей детей. Завтра будут у нас. Нужно все приготовить. Ты можешь написать рецепты? Лишь бы это было проблемой. Решим, не волнуйся. И Джемили позовем. Я забыл их за решеткой. И дядя тоже был там. Нужно вытащить их. Побудь с детьми, я скоро все решу. Что ты говоришь? Что он там делает, а? Успокойся. Выйдут и все узнаем. Успокойся. Что там делает Джемили, интересно? Когда выйдет, все узнаем. Успокойся, забей. Давайте переодевайтесь. Слава Аллаху, вы помирились. Да еще говоришь, что ему надоело это, видишь? Бегает за вами. Молодец. Приготовлю вам поесть. Ну не расстраивайся, милая, не расстраивайся. Ничего нет, наверное. Дядя, что с тобой? Ты не пьешь вообще? Посмотри на себя. Ты боишься даже дотрагиваться губами. Пей, пей, давай. Пей, пей. Ладно это, но мы закопали деньги, помнишь? Сынок, в эти дни лучше не показываться. Наши дети нас убьют. Убьют, дядя, ты хорошо придумал. Они сильно обиделись, клянусь тебе. Чего обижаться, а? Дети меня любят, я уверен. Как-нибудь да помиримся. Эрсин, мы стали богатыми ведь. Богатыми. Давай, давай. У нас мешок денег, мешок. Не мешок, а пакет. Пакет. Закопали деньги в землю. Ты слышал их? Слышал, правда, слышал. Да еще и в мешке закопали. Господа, приятного аппетита. Спасибо. Днем вы и мы, хорошо? Никого больше нет? Побеседуем, может быть? Да ладно. Давай, уходи. Ступай к себе, давай. Еще и платить за вас. Давай, давай. Не поведусь.
Ну ты даешь. О чем ты? Дело не в деньгах. Дело в беседе. Сынок, соедини данные столы, хорошо? А счет запиши на меня, ладно? Ладно, хорошо. Тогда пиши на них, хорошо? Принеси осьминог и салат с морепродуктами. Я хочу есть. Быстрее, быстрее. А наш заказ? Ну давай. Как может быть иначе? Добро пожаловать. Вам повезло, вы выходите. Прокурор вас отпускает. Спасибо, да будет доволен Аллах. В последний раз, Джамиль, понятно? Отныне и пальцем ради вас не пошевелю. Я стал похожим на вас? Да ладно. Хорошо, брат. В последний раз хорошо. Ты так всегда говоришь. Но мы тебя не забыли. Ты видишь наш вид? Не тяни, все. Все в прошлом, давай. Господин Зихни. Вы тоже выходите, вставайте. Я тоже? Да-да, адвокат все решил, давайте. Давайте, давайте. Спасибо, барыш, спасибо, сынок. Не будем думать об этом. Ваша репутация очистится, я думаю. А наказание получит ваш брат, давайте. Да я такого брата. И в тюрьме побывал из-за него. Больше не могу это принять, не могу. Когда он вошел в мою жизнь, все перевернулось вверх дном. Жену потерял, семья разрушилась, не смог уберечь деньги. И ваш дом занимаю. Ну что вы, о чем вы говорите? Брат Зихни, у тебя не проблемы, ради Аллаха. Твоя жена хотя бы здесь, в стране. А вот моя вообще в Германии, и не могу к ней приехать. Да, брат. А я какой пример? Я бывший полицейский, а теперь был в изоляторе. А мы как будто не знаем об этом. Угнал машину полицейского, представляешь? И рассказывает сказки. Ты чего рассказываешь всем, а? Ты мог попасться им в руки, понимаешь? Мы в полиции, все, успокойтесь. С ума что ли посходили? Не говорите про проблемы, все. Крыша уже текет, больше не могу. А что с тобой? Выйдем отсюда и все объясню. Это, брат, поедем ко мне, а? Я и чай заварю, иначе не придем в себя. Хороший план. А я позвоню Филис. Буду ждать вас. Я иду. Ты куда идешь, а? Мы не можем вот так вот выйти. Нужно все подписать и так далее. Давай. Так, где подписать? Нужна и ваша подпись. Вот здесь. Подпиши вот здесь. Хорошо. Вы не придете? Хорошо, я все поняла. В чем дело? Джамиля выпустили? Да, выпустили. А дядю? Всех выпустили. Ничего не будет, не волнуйтесь. Хорошо, они у Туфана. Да, как им повезло, а? Может быть, и мне пойти? Отнесу им тарелку еды? А что они там делали, интересно? Или снова захотел поиграть в полицейского? Не знаю даже. Мы несправедливо поступили с дядей. Он старался нас защитить. А что сделали мы? Хорошо, не расстраивайтесь. Он ведь ваш дядя. Помиритесь, хорошо? А если поговорим с тобой? Мы помиримся, сестра? Ты говорил нам насчет папы, но мы не слушали тебя. Снова не послушали тебя опять. Мы хотели, чтобы он нас любил, вот и все. Как всегда, мы не интересовали его. А была надежда ведь. Именно. Вы неправильно говорите. Он ваш папа. То есть... У всех есть минус, ведь так? То есть мы же все-таки одна семья? Мы такие, какие есть, что ж поделать? И папа по-своему вас любит. Но больше всего любит себя. Да, любит себя, по-моему. Но нужно друг друга принять. До сих пор так не делали, разве? Папа и не такое делал, ведь так? Мы всегда любили его, не бросили ведь? Если бросим друг друга, мы уже не семья. Ведь так? Мы все совершали ошибки. Брат Рахмет тоже совершал их. Я совершала. И вы совершали их. Но друг друга мы не бросили. Мы до сих пор одна семья. Одна большая семья. Счастливы и вместе. Хорошо, сестра. Не будем друг друга бросать, обещаю. А насчет примирения со мной? Это будет нелегко для вас. Как сделаем все это? Нужно будет подумать. Но если вы меня немного поцелуете,
Может быть, помиримся. Очень хорошо. В чем дело, Аллах Аллах? Вы уже совсем. А у нас что, нет права? Беги, обними тоже. Пустите меня и меня. Я тоже обниму. И я тебя обниму. Иди ко мне. Я простила вас. Простила? Нет, не простила. Как это? Филис тебя выгнала из дома, ведь так? Отдала вещи и выгнала из дома? Они такое делают, это ведь женщины. От них всего можно ожидать. Они могут сжечь все мосты. Хочет развестись, я не понимаю, зачем. Либо люби, либо понимай. Одновременно нельзя. Я знаю, почему все это. Твоя коллега из больницы причина. Она думает о ней. Снова женщины. Вы, кажется, с ней разговаривали, и якобы она увидела вас. Ты говорил, что не хочешь быть семейным. Что? Я такое не говорил. Зачем мне такое говорить ей? Она услышала в больнице, клянусь. Причем здесь это? Такое не может быть. Я от страха даже не подхожу к ней, ты ведь знаешь это. Ну что ты? Ты как будто подкаблучник. Мы отличаемся уже, да? Минутку, приятель. Мы с тобой беседовали в больнице, об этом помнишь? Вспомни. Вспомни, приятель, вспомни. Болтали об этом, вспомни. Про отцовство, помнишь? Вспомнил, точно. Она подумала, что это была не Слихан? Но мы-то болтали с тобой, помнишь? Вдвоем. С ума, что ли, сошли? Она что, подумала, что эта девушка и обиделась? У тебя что, претензии ко мне, а? Почему дергаешь меня все время? Потому что мы из-за тебя были в участке. Постелили 9 перин на кровати. Опять не уснул, ага. Конечно. Я все понял. Мы с тобой говорили в кабинете. Она увидела только меня и подумала, что там не Слихан, что ей изливаю душу. Вот и все. Как можно было из-за этого все рушить, брат? Нет, не из-за этого. А из-за чего, Джемиль? Ты можешь мне все объяснить? Вы с госпожой Неслихан вдвоем поехали в Бурсу. На одной машине. А ты говорил, что и другие врачи есть. Вы поехали вдвоем? Не наедине, идиот. В одной машине и все. Но все равно ведь. Она что, увидела все это? Да ладно, вот я попал. Мне конец. Мне точно конец. Она еще и спрашивала у меня, а я... Ну, сынок, сам кашу заварил, сам и расхлебывай ее. Ну да, именно так. Вы правильно все говорите. Правильно, конечно. А я говорил ей, что я один. Что рядом Акиф. О боже. Боже мой. Не хотел быть семейным. А что теперь, интересуется детьми? Откуда мне знать? Скажу тебе кое-что. Из-за чувства вины, наверное. Клянусь, мужчины такие, превращаются в белых пушистых и все, покупают драгоценности и так далее. А тебя таким не завоевать, я знаю это. Вот и используют детей. Не знаю, Рахмет, ничего не знаю, клянусь. Зачем и что делает, я ничего не знаю. Голова уже не работает. Говорят, при беременности такое бывает, наверное, поэтому. Ну, конечно. Главное уладить с детьми все. А он поймет, что меня не обмануть. Женщины делают это специально, ребята. Как она поступила с тобой, а? Вручает сумку в руки и выгоняет из дома, ведь так? Зачем делает это? Почему? Почему? Чтобы посмотреть, уйдешь ты или нет. Проверяет тебя. А что будешь делать ты? Ты не уйдешь. А у тебя? Отправляй документы о разводе, ведь так? Зачем? Чтобы посмотреть, бросишь ты ее или нет. Что ты будешь делать? Ты не будешь разводиться и все. Верно. Клянусь, верно. Так Тюла делает всегда. Точно. Извините, конечно, но у тебя такая же ситуация. Получается, на суше умных много, когда на море беда, я ошибаюсь? У меня другая ситуация. Я сильно провинился. Я назвал дочь в честь первой любимой своей. Я помню. Да-да, это просто ужасно. Я вспомнил. Ты наделал дело, клянусь тебе.
Ребята, я в браке давно уже и много всего повидал. Все было хорошо ведь, пока бессовестный Фикри не появился. Он объявился, и всему конец. Разрушил мою семью. Это все из-за этого негодяя. Попей чай, брат, попей. Успокойся. Но вы не сдавайтесь на полпути. Не смейте. Слушайте меня. Вы потом вспомните про мои слова. Да, верно, клянусь. Клянусь, верно. Я ни в чем не виноват. Я пойду и извинюсь. А почему? Потому что она хочет развестись. Почему? Я не буду разводиться. Молодец. Я поддерживаю тебя. Именно. Скажу кое-что. Я вдохновился. Когда Тюлай сделала все это, она хотела, чтобы я доказал, что не брошу ее. Она ведь не хочет разводиться, ведь так? Да, брат. И пусть знает. Пусть будет в курсе, что я ее не брошу. Пусть будет в курсе. Верно. У всего есть исход. Вот так вот. То есть хороший приводит к лучшему, ведь так? Грандиозный план, такой же исход. Верно. Говорит хорошие вещи, правильно? Верное слово, слово грандиозный. Да. А что там говорят? От школы никакого толку. Какая может быть польза, скажите мне? Ну какая может быть польза, а? Вы закопали деньги, ведь так? Закопали. Закопали их, да. И положили сверху камень. Никто, кроме нас, не найдет, ведь так, дядя? Спрятали в хорошее место, а то опасно. Будь спокоен, дядя. Мы их так спрятали. Кроме нас, никто их больше не найдет. Только мы можем их найти, и все. Ну, давайте, удачи. Победа наша. Не переживай, брат. Наша проблема — это неуверенность, и все. Нужно просто поверить в себя, быть достойней. Верно. Жены наши, и нашими останутся. Пришло время взять себя в руки. Мы не будем их игрушками, и все. Именно. Видишь, вначале он был таким. Он тоже поменялся. Я жду тебя здесь, хорошо? Я проведу чечек. Не смей засыпать. Как говорили, враги не дремлют. Давайте, удачи вам. Завоюйте их сердца. Давайте. Довольно есть уже, пойдем. Значит так, Тюлай, да? Посмотрим, если я тебя не верну, то...